И мы продолжаем приключения нашего любимого котика Бобо. Итак, друзья, давайте-ка включим свет, поднимем жалюзи. Здорово! Ой-ой-ой-ой-ой, он очень хочет в туалет, давайте-ка быстренько его отведем. Так, давайте, где же наш туалет? Вот! Давай, Бобо побирал комнату и быстренько на унитаз, вот, фу. Успел, здорово, отлично. Хорошо, ой, ну, Бобо, ну, убирай же за собой, вот, замечательно. Закроем крышечку, вот так. Ну вот, теперь можно и покупаться. Какое кушать, Бобо? Захотел кушать, сначала покупаемся, помоемся, а тогда уже будет и кушать. Вот так, замечательно, его мылом. Ох, сколько пенки, здорово. Отлично, а теперь смываем. Ой-ой-ой, какой красивый чистый котик у нас получился. Очень здорово. Вот такую вот замечательную светлую шерстку мы в прошлой части ему одели. Отлично, и вот такой вот замечательный котелок. Ну здорово. А поиграть? Вот смотри, сколько мыльных пузырей здесь. Здорово, лови, Бобо. Ой, смотрите, как ему нравится. Ой-ой-ой. Ребята, а вы любите ловить мыльные пузыри? Смотрите, как Бобо любит. Здорово, отлично. Ну хорошо, поигрался, разлегся. Чистенький. Ну вот, теперь можно и покушать. Так, вот наша кухня. Бобо, ну что же ты так грязно на кухне накрюкнет? Должен быть порядочек. Вот так, поубирай вначале, а потом мы тебя и покормим. Вот, хорошо, молодец. Вот, так, что будем с тобой кушать? Давайте-ка посмотрим. Так, вот, давай с тобою тыкву сначала запечем. Будешь тыкву есть? Здорово. Держи тыкву. Ай, вкусная тыква. Что там еще? Вот, здорово, друзья, у нас есть пицца. Вот, кушай пиццу. Вот, кушай гамбургер. Вкусно? Вот, держи хот-дог. Накушался. Вот еще яблочко тебе. Ну вот, друзья. Итак, 100% накормили нашего Бобо. Что-то он почему-то какой-то грустный. Так мы ж тебя ложили спать, Бобо. Непонятно, друзья. Мы ж тебя ложили спать. Давайте-ка мы ему дадим какое-нибудь зелье, чтобы он перестал спать. Нет, Бобо. Ты хочешь спать? Нет, так не годится. Так, друзья, а где бы нам найти зелье? Давайте-ка посмотрим. Так, зайдем-ка мы с вами вот сюда на кухню. И вот выберем зелье. Вот так. Так, вот. Возможно, вот это зелье. Ага, или вот зелье от сон нарисовано. А ну-ка, друзья, давайте-ка вернемся. Вот. Да, здорово, друзья, отлично. Хорошо, вот наш уже котик не хочет спать. А это что, зелье настроения? Да, здорово, друзья, отлично. Ну хорошо, добро. Так, друзья, давайте-ка мы с нашим... Ой-ой-ой, а кто это нашему Бобо звонит? Так, давайте-ка, друзья, покрутим колесо, посмотрим, что же там интересное нам выпадет. Итак, бесплатное вращение. И нам попало... X. Удача в следующий раз. Да, печально. Хорошо. Итак, друзья, давайте-ка мы нашей рыбкой займемся. Вот так. Ой, бедненькая. Вот, замечательно. А теперь, друзья, давайте-ка выйдем на улицу и посмотрим, как там идут дела. Погуляем немножко на свежем воздухе. Итак, здорово. Вышли на улицу. Как наше растение. Здорово. А как наши кустики? Давайте-ка мы посадим малинку, пусть растет. Здорово. Так, тут у нас вишни дозревают. Вот здесь капуста. Здорово. От капуста уже и дозрела. Так, давайте еще вот такую капусту посадим. Коровка, отлично. А вот здесь ягоды посадить. Вот, здорово. Давайте-ка чернику посадим. Здесь отлично.
А на дереве пусть дозревают груши у нас. Вот, замечательно. В пруду у нас рыбка. Пока не будем ее ловить. Вот, пойдем-ка по лесу. А тут на что за здание? Сейчас посмотрим. Кто здесь живет? Там мыша живет. Ничего себе. Вредный мышонок. Кто в деревне живет? Здорово, друзья. Идем-ка дальше. Посмотрим, что же там в лесу интересного. А за лесом что у нас? Это что, сырная башня какая-то? Точно, друзья, это сырный домик какой-то. Здорово. Вот такой. Дошел бабо до сырного домика. Замечательно. И еще вот так. Здорово. Отлично. И еще вот так. Вот, замечательно. И еще вот так. Хорошо. Отлично. Очень здорово. Да, вот так продолжаем. Ай-яй-яй, много обрезали. Немножко не получилось, но ничего. Ай-яй-яй. Вот так. Да, отлично. И еще вот так. Хорошо. Вот, замечательно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья, к сожалению. Вот, замечательно. Да, здорово. И еще вот так. Очень хорошо. Отлично. Ай-яй-яй, к сожалению. Вот так. Ай-яй-яй. И все, друзья. Итак, нет. Да, да, да. К сожалению, рекорд не пробит, но очень хороший результат. Так, возвращаемся назад. Итак, прошли мы сырный город. А это у нас что такое за цирковое площадка? Ну, это все, конечно, здорово. Но давайте ко мне возвратимся с нашим Томом и посмотрим, что там новенького у него есть из одежды. Так, возвращаемся. Так, пошли бабу посмотреть, что там интересного есть. Ой, нашему бабу звонит. Да, здорово. Какой-то приятель ему позвонил. Хорошо. Так, Бубо, давай-ка мы с тобой что-нибудь интересненькое поиграем. Но вначале нам надо проверить, какая у тебя температура. А то что-то ты не очень хорошо выглядишь. Итак. Ой-ой-ой-ой, бедный Бубо. У него температура. Давайте-ка измерим его. Ой, бедный Бобо, слушайте, ребят, у него и какие-то вредные микробы в ушах. Ну, сначала давайте-ка ему... Ага, вот термометр. Вот сюда, вот так. Ого! Ты что, Бобо, тебя надо срочно лечить. Вот, на головку давайте его. Легче. А теперь давайте таблетки возьмем. Ну, таблетки. И еще последнюю. Ну, пожалуйста. Ой, здорово. Полечало, отлично. А теперь ему надо капельки в глазки. Вот, замечательно. И в другой глазик. Вот так. Вот, замечательно. Хорошо, еще крем какой-нибудь. Вот так. И вот здесь, вот, здорово. Хорошо, и вот здесь, отлично. И вот так, да, здорово. И еще вот здесь. Очень хорошо. Да, смотрите, друзья, помогает. Кремчик помогает, и нашему котику делается лучше. Вот, и теперь надо ушко. Ой, вот эти вредные микробы уничтожить. Смотрите, давай, вот с этим микробиком справился. Вот, да, замечательно. И вот так, очень хорошо, вот. Да, отлично, здорово. И что, как дела у тебя, Бобо? Разве тебе не лучше? Какой-то он очень грустный. Что же тебе еще? По-моему, мы уже вылечили. Может, еще в глазки-то покапать? Может, в ушко?
А что же тебе нужно, бабу? Хороший. А, вот еще немножко крем на щеку. Вот, да, здорово. Вот он и здоров. Отлично, друзья. Итак, наш бабу выздоровел. Супер! Да, хорошо! Молодец! Только убирай за собой котик, хорошо? Вот так вот, извини, бабо. Вот еще кожура от банана. Давайте-ка выбросим. Вот. Да. А полить вазоны? Да, здорово. Вот. И еще один вазончик. Да, здорово, все получилось. Итак, продолжаем, друзья. Продолжаем. Все отлично у нашего Бобо. А теперь, давайте-ка мы пойдем попробуем ему какую-то шутку переделать. Или внести какие-то изменения. Так. Давай-ка мы тебе какую-то шерстку давайте, друзья, поменяем. Так, где же наша шерстка? Итак, вот у нас есть рыженький, серенький, сиамский, черненький, светленький, вот такой коричневый и вот такой вот замечательный. О, хочется очень, честно говоря, розового. Ну, давайте-ка вернемся к рыженькому, вот так. Вот, замечательно. Хорошо, друзья. Вот, отлично. Пусть вот так пока все, друзья, остается. Отлично. Или вот такую вот шляпу возьмем. Здорово. Супер. И какую-то одежду тоже яркую. Вот такую, например, красную. Там краснее нет. Ага, вот такая есть розовее. Ну, пусть есть розовее. А вот это такая... Вот! Да, друзья, смотрите, как здорово подходит. И на хвостик ему что-то красненькое. Для комплекции. Да. Вот такой шарфик. Но жаль, на хвостик нету. На хвостик жаль нету. Ну, нет так нету. Ну и глазки. Зеленые, желтые. Ну, пусть будут желтые. Хорошо, друзья. Все отлично у нашего Бобо. А теперь давайте-ка возвратимся. Здорово, здорово. А ну-ка, как там дела у нас у других комнатах? Так, здесь мы внесли изменения. Здорово. Может, что-нибудь поменяем еще? Так, нет. Мы здесь, в принципе, все поменяли. Вот, на кухне тоже внесли изменения. Отлично. Ванную комнату пока не будем трогать. Вот, давайте-ка домик и машинку изменим. А ну-ка. Давайте-ка крышу. Розовая крыша? Ну, здорово, неплохо вообще-то розовая крыша. Вот, здорово. А дерево можно поменять? Желтый цветочек. Здорово. Красный. Да, пусть будет красный цветочек. И горшок даже можно поменять. Розовый. Лиловый. Ну, пусть будет лиловый. Вот так. Синий горшок. Ага. Здорово. И вот здесь, смотрите, как можно красная кромка. Неплохо. Рыжая кромка. Ну, не так. Здорово. И даже дверь можно поменять, друзья. Отлично. А еще какая есть дверь? Ну, пусть уже будет. Здорово. И окошко можно менять. Розовые. Отлично. А еще какие есть? Рыжие. Неплохо, друзья. И стены. Вот желтые стены. О, смотрите, как замечательные красные стены. Не, ну красные это не годится. А машинку? Желтая машинка. Здорово. И еще какой цвет? Зеленые. Ну, тоже неплохо. Еще какие цвета? Синие. Лиловые. Розовые. Здорово, друзья. Давайте-ка розовую машинку для нашего Бобо сделаем. А колеса какие? Желтые, зеленые, синие, фиолетовые, розовое колесо. Ну, в принципе, неплохо. Ну, возможно, друзья, давайте-ка
нет, 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 нет. Давайте-ка желтые колеса сделаем вот так. Здорово. Смотрите, друзья, как здорово обновилось у нас все. Ну а теперь давайте-ка, раз мы так здорово машинку обновили, попробуем покрыться. Интересно, какого цвета она будет. Да, друзья, смотрите, она действительно розовая. Ничего себе. Итак, вперед, друзья. Вперед, вперед, вперед. Давайте-ка поехали. Да-да-да-да-да-да, вот, замечательно. Итак, вперед, 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 вперед. Вот, замечательно. И еще вот так. Вот, очень хорошо. Вот, немножко добавляем газу. Замечательно. И еще вот так. Да, очень хорошо. Вот так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот, здорово, все получилось. Давайте, давайте, друзья. Да, печально. Печально. Все, возвращаемся назад. Все здорово. А теперь, друзья, давайте... Да, вот такой замечательный котик. А теперь давайте как сыграем какую-нибудь игру. Итак, выберем игры. А сейчас давайте-ка мы с нашим Бобо сыграем вот этого ниндзю. Итак, вперед. Давайте-ка, друзья, еще раз. Итак. А ну-ка, еще раз. Вот, здорово. Получилось. Отлично. И еще раз. Замечательно. Продолжим. Вот, здорово. И еще вот так. Отлично. Так, еще раз. Вот, здорово. И еще вот так. Очень хорошо. Итак, продолжим. Ай-яй-яй. Вот так вот. Итак, продолжим. Итак, какую еще бы интересную игру сыграть? А давайте попрыгаем с нашим котиком Бобо по веточкам. Так, вперед. Вот так, да. Здорово, ребят, вот так вперед. Отлично, и все вот так, да, здорово. Отлично, и еще вот так. Да, здорово, ребят, и у нас будет все в этой игре. Отлично, отлично. Итак, возвращаемся. Возвращаемся, ребята. А давайте, котики любят очень играть
с вот такими вот шариками, с нитками. Ну, будем ловить им. Здорово. Следующий клубок. Здорово. Ой, ежу не надо ловить. Ай, ну что такое? Вредные ежи. Вот, замечательно. Вот так, здорово. И еще вот так. Ой! И мы пропустили. Сейчас еще разок сыграем. Итак, ловим трубки. Отлично. С нитками. Вот. И еще вот так. Вот, здорово. Вот, отлично. Пропустили ежика. Вот следующий клубочек. Да, здорово. И вот здесь клубочек. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Я думал, не возьмет. Вот, замечательно. И еще вот так. Вот, очень хорошо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, отлично. Ай-яй-яй. Пропустил клубочек. Вот, замечательно. Вот так, отлично. Вот, очень хорошо. Вот. Отлично. Так, продолжать. Вот, замечательно. Вот. Вот, отлично. Еще вот так. Здорово. Хорошо. Вот так. Ежика пропустили. Вот, замечательно. И еще вот так. Вот, очень хорошо. Да, здорово. И еще вот так, да. Хорошо, здорово у нас получилось. Ой, к сожалению, друзья, пропустил. Очень здорово у нас получилось. Хорошо, друзья. Итак, продолжаем. И что бы нам интересного такое? А давайте-ка мы поугадываем котиков. Итак, давайте-ка угадаем, кто же у нас под... Да, вот здесь у нас будет. Да, здорово получилось. Еще... Вот, отлично. Хорошо. А теперь вот здесь. Да, здорово получилось. Хорошо. Вот здесь. Замечательно. Так, здесь бубы. Вот здесь. Отлично. Хорошо, вот здесь. Здорово. И вот здесь. Отлично. Вот здесь. Супер. Посередине. Да, здорово, друзья, получилось. Да, друзья, все здорово получилось. Отлично. Посередине. Нет, к сожалению. А вот здесь. Да, здорово. А ну-ка вот здесь. Да, здорово получилось. Ну-ка. Да, отлично, друзья. Продолжаем. А вот здесь. Здорово, здорово. Да?
Ошибка. Здорово. Вот здесь. И ошибка, друзья. Итак, хороший результат. Здорово. Отлично. Отлично, отлично. И теперь, друзья, давайте-ка мы с нашим бобом пойдем и полечим ему хвостик. Да, здорово. Бедненький бобо, поранил хвостик. Ничего, друзья, не переживать. Мы тебя сейчас вылечим. Итак, друзья, давайте-ка вытащим первым делом колечки ему из хвоста. Вот так, замечательно. Вот, получается, вытягиваем колечки. Отлично. И вот здесь. Вот так. Хорошо. Надо вытереть хвостик. Вот так, отлично. Вытираем. Да-да-да, здорово. А теперь еще продолжить надо вот эти колючки. И этот репей еще вредный пристал. Да, замечательно. И просто вытираем. Да-да-да-да-да-да-да, здорово-здорово. Вытираем вот так. Да, отлично. И еще немножко вытереть. Здорово, все очень отлично получилось у нашего бобо. Да-да-да-да-да-да, здорово. Отлично. И еще осталось только перевязать. А давайте-ка возьмем зеленый. И все здорово получилось. Отлично. Зеленая повязка на хвостике. И наш котик здоров. Осталось только убрать. Ну что ты, бобо, надо за собой убирать. И вот так замечательно. Осталось только полить. Вот. Наш котик здоров, настроение у него замечательное. Ну, как хорошо на улице, здорово. И тоже такой у нас разбор красивый. Вот так здорово. И домик, и машинка, все у него хорошо. Читает, как летит. Он даже... Ой-ой-ой-ой-ой. Если погладить, вот, хороший. Вот так я не хочу, друзья. И так, все у нас бобо хорошо. Так, мы, друзья, будем прощаться. И так, пока-пока, давайте уложим его отдыхать. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, друзья.